Итак, друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как я зарабатываю на YouTube, сколько можно получать, снимая свои ролики, и к какой партнерской программе я подключен. Создайте канал свой на YouTube, у вас там ничего нету, ничего вообще, у вас пустой канал. Нужно создать себе шапку канала, которая вот висит вверху, чтобы там какую-нибудь красочную, привлекательную. Нужно аватарку. Нужно залить туда несколько видео, написать описание своего канала, поставить тематику, то есть определиться вообще с контентом, который вы будете показывать людям. Вот. Для начинающих блогеров что могу посоветовать? Нужно снимать как можно больше роликов на первых порах, то есть снимайте как можно больше на различные темы, чтобы люди просто вас как бы находили, потому что если вы зальете там один ролик в месяц или в неделю даже, желательно, я вам советую, по 2-3 ролика в неделю стабильно выкладывать на YouTube. Если вы будете выкладывать их нерегулярно или слишком мало, то люди не будут на вас подписываться, и, скорее всего, вы не раскрутите свой канал, у вас не будет много слишком там просмотров, и, естественно, заработка у вас тоже не будет. Выкладывайте регулярно, часто, и желательно, конечно, ролики выкладывать в хорошем качестве. Конечно, можно снимать на современные какие-нибудь мобильные телефоны. Я тоже снимал долгое время на телефон, ну, потому что сейчас как бы в телефонах тоже камеры неплохого качества. Но это, конечно, надо снимать именно вот на такие телефоны, в котором установлена хорошая камера, хороший звук. Тогда можно снимать, да. Потом уже со временем улучшать там качество, если у вас нет сейчас денег, потом там начать зарабатывать и копить на камеру или там на какой-то фотоаппарат. Вот. Тематика видео, в принципе, может быть любая. Сейчас каких только видео нету на YouTube, и у всех видео есть свой зритель, потому что с каждым годом аудитория YouTube, она увеличивается, все больше людей узнают об этом, и телевидение, как вы понимаете, оно постепенно затухает. Ну вот я, например, лично не смотрю уже вообще телевизор, я думаю, что большинство, наверное, молодых людей тоже не смотрят телевизор, а все смотрят YouTube. Все, у всех есть там какие-то свои любимые блогеры, свои любимые каналы. И это все набирает и набирает популярность, потому что сейчас на YouTube можно найти абсолютно все. Абсолютно, если у вас там какие интересы, я не знаю, вышивание или рисование, какое-нибудь пение. Все можно найти на YouTube, можно найти какие-то гайды, обучающие видео. То есть YouTube, он развивается с бешеной скоростью, и ваши ролики тоже будут кому-то нужны. Так что не бойтесь, ни в коем случае выкладывайте, выкладывайте и выкладывайте. Чем больше вы выкладываете, тем больше у вас шанс, что вас заметят и что у вас начнется бурный рост канала. Желательно, конечно, чтобы вы подключились на первое время, да и вообще, наверное, пожалуй, все время к партнерской программе. Объясню ее преимущество. Допустим, вы подключаетесь к партнерке, и вам партнерская программа платит стабильно каждый месяц ваш заработок. В то время как сам YouTube, если не подключаться, он вам будет платить только, по-моему, если вы достигнете уровень дохода $100. То есть, как вы только набираете $100, он вам выплачивает их. А если вы начинающий блогер, то эти $100 вы будете набирать, я не знаю, ну, может быть, полгода. То есть, вы полгода будете работать в ноль. А с помощью партнерской программы вы уже можете получать там каждый месяц хотя бы там по 2, по 3 доллара, вам будет капать. Там, потом будет увеличиваться заработок, постепенно он будет расти. Допустим, я вот получал в прошлом году, в январе прошлого года я получил $6, а в январе этого года я получил где-то $40, наверное. Но это, конечно, немного. По ютубовским меркам мой канал очень маленький, и у меня нету таких доходов, как у топовых блогеров, естественно. Потому что у меня не так много просмотров, не так много подписчиков. Если вы начнете снимать сразу очень качественный контент и очень интересный, допустим, как у Ивангая, который снимает свои ролики, они набирают стабильно по 1-2 миллиона просмотров вообще легко, то вы будете получать, конечно, очень приличные деньги, там, от $1000 и больше. То есть на эти деньги вы уже сможете полноценно жить, не работать и просто посвятить всего себя полностью YouTube. Будете снимать ролики, вы можете улучшать постоянно качество, получая большие доходы с YouTube, покупать все более лучшее оборудование и все больше денег получать.
Вот. Еще хочу сказать, что если вы начинающий блогер, если вы только создали свой канал и начинаете загружать туда видео, поначалу у вас, скорее всего, будет немного просмотров и немного подписчиков. Вас это может сильно разочаровать, и вы можете это дело забросить. У меня тоже такое было, я начал снимать ролики, у меня не было вообще никаких комментариев, то есть были просмотры, но комментариев вообще не было. Меня это как-то удивляло, я думал, зачем вообще я их делаю, если люди даже не комментируют. Наверное, это неинтересно. И потом как-то я все больше загружал, и потом началось. То есть это примерно 3, может быть, 6 месяцев я работал, ну вот, просто загружал, и все, не было никакой отдачи, не было, естественно, заработков у меня. И, то есть, это дело мне не приносило такого вот, того, что приносит сейчас, допустим. Сейчас у меня стабильно растет количество подписчиков, хоть и немного, да, у меня сейчас около 7 тысяч, но оно постоянно, это количество растет. То есть, к концу года у меня будет уже, скорее всего, больше 10 тысяч подписчиков. И, соответственно, просмотров тоже будет больше. И заработок будет больше. Кстати, да, я подключен к партнерке ВСП. Они очень мне нравятся, я очень доволен этой партнеркой, потому что они платят каждый месяц, у них большая библиотека музыки бесплатной, то есть вы можете эту музыку скачать и вставить в свой ролик, и вас не забанят по авторским правам. Еще у них поддержка круглосуточная и очень, как сказать, компетентная, которая вам всегда может помочь в чем-то. Вы пишете свою проблему, вам тут же отвечает консультант. И еще у них есть реферальная программа. То есть, если вы размещаете свою ссылку, через вас регистрируется новый участник, вы получаете за это доход. И я вот тоже сейчас внизу оставлю эту ссылку на мою партнерку. Если вы начинающий блогер, подключайтесь к ВСП. И мне за это будет дополнительный доход идти, что я вас привел в эту партнерскую сеть. Вот, пожалуй, все. Всем желаю удачи на YouTube. Создавайте свои каналы, выкладывайте видео, ставьте лайк, кому я помог. И давайте всем удачи, всем пока.